Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня я вам расскажу о новиночке от компании MaxiCozy. Вы все наверняка знаете об этой компании. Это крайне популярная компания в премиум-сегменте, можно так сказать. Это кресло Titan Pro называется. Категория 1, 2, 3, с 9 месяцев до 12 лет можно использовать это кресло. Вот. Сегодня мы с вами посмотрим, что оно из себя представляет, мои ощущения, как им пользоваться. Кстати, что касается безопасности, ведь мы для этого их покупаем. Она получила на Адаке нормальную оценку. И, соответственно, доверять ребенка ей можно. По тканям вообще здесь претензий нету. Они здесь очень хорошие, дорогие, качественные. В общем, обо всем по порядку. Собственно, вот перед вами Titan Pro. Название, конечно, придумали такое многообещающее. Ну и не зря. Действительно, моделька интересная получилась. Так, категория с 9 месяцев. Соответственно, мы уже едем лицом по ходу движения. И ребенок у нас пристегивается пятиточными ремни. И по традиции MaxiCozy у них всегда есть такая интересная фишечка. Система, которая оттягивает ремни назад, чтобы мы могли ребенка очень удобно сажать. Но действительно крутая система, очень удобно. Не нужно ремни запихивать куда-то там, что-то там. Просто посадили ребеночка, пристегнули ремешочки. Вот, собственно, и все. И дальше уже вход идет у нас уже обычная система натягивания ремня. Как по мне, очень крутая система. Вот. Соответственно, пока возим маленького, нам нужен вот этот маленький вкладыш. По мере роста ребенка, естественно, он нам становится не нужен. Он здесь крепится на кнопочках. Мы его отсюда демонтируем. Сейчас я его уберу. Все так прям здесь конкретно закреплено. Вот, собственно, он нам сейчас уже не нужен. Мы его убираем в стороночку. И, соответственно, у нас остается просто кресло. Уже без вкладыша. Вот видите, сколько у нас освободилось пространства. В кресле действительно много места. В этом отношении тут претензий нет. Оно просторное, удобное. Естественно, все у нас регулируется по высоте. Вот, и имейте в виду, до 100 сантиметров роста нам нужны пятиточные ремни, потом они демонтируются, и в ход идут уже взрослые ремни. А взрослые ремни я уже, если вы смотрели мои другие обзоры, может, на другие кресла группы 2-3, взрослый ремень у нас уже пятиточный, ну, представим, что я их убрал. Вот здесь подголовники специальный направляющий, сюда проводим. Так, что ты балуешься? Вот, соответственно, пристегиваем. И вот таким способом, вот эти уберу, чтобы вам глаза не мозолили. И вот таким способом пристегивается взрослый ребенок в автомобиле. Регулируем подголовник таким образом, чтобы от плеча до подголовника было не больше 2 пальцев и желательно не меньше 1. Тогда ремень будет идти правильно от плеча на грудь вниз. Выше поднимать нельзя, потому что ремень попадет на горло, это очень опасно. Имейте это в виду. Так, собственно, как у нас здесь упаковывается ребенок, мы с вами изучили. Теперь давайте посмотрим на то, как устанавливается кресло. Кресло установить можно исключительно на Isofix. Здесь нет у нас возможности поставить ее без Isofix. У нас классический якорный ремень, его мы крепим за подголовником. Здесь просто вам видно не будет, смысла мне крепить. Вот, закрепили, натянули, запас ремня очень большой. Даже в автобусе, где-то там в багажнике якорь будет, все равно вы дотянете. Ну и, соответственно, классический Isofix. Пристегнули. Якорь пристегнули. И все.
из таких очень интересных фишек этого кресла, что мне очень нравится в MaxiCosi. Вот у них есть еще группа 1, Tobi, например, называется. Очень высокая посадка, очень высокая платформа, и, соответственно, у ребенка очень хороший обзор в окно. Здесь, смотрите, опля. И когда мы регулируем наклон, соответственно, оно у нас еще поднимается выше. Но это реально очень интересная задумка. Технологически так все продумали здесь грамотно. Опрокидываем, и, соответственно, у нас у ребенка еще и обзор улучшается. В общем, сейчас я задвину обратно. И когда мы регулируем наклон, смотрите, нам никаким образом не мешает то, что кресло пристегнуто на якорный ремень. Часто бывает так, что когда якорный ремень натянем, наклон сразу уже затрудняется. Здесь уровень остается на месте, и, соответственно, расстояние до кресла тоже не меняется, и якорь нам вообще никак не мешает. Это очень интересно. Что касается тканей, повторюсь, друзья, здесь ткани очень классные, очень приятные. Оно мягкое, реально ход, ну вот такой, наверное, этой всей подушки. Посмотрите, какой ход у подголовника. Я не знаю, тут сантиметры 3-4 минимум. Очень мягкие подушечки. Здесь материал ощутимо лучше, чем здесь. Он здесь хороший, да, но здесь он еще мягче и приятнее тактильно. В общем, все нормально. И еще из таких фишек здесь в комплекте идет подстаканник, который можно установить слева и справа. Ну, где вам нужно, там вы, собственно, и ставите. Соответственно, из таких вот интересных мелочей. Как по мне, это не мелочь. У меня лично с первым ребенком это прям по-любому бутылка воды обязательно. Никаких печенюшек, ничего мы не едим в машине, но водичка у нас железобетонна, в подстаканнике должна стоять. Нас лично очень радует наличие подстаканника в нашем текущем кресле. Вот, пожалуйста, здесь тоже будет, если у вас ребеночек любит постоянно водичку. Собственно, подытожу. Мне лично MaxiCosi компания всегда симпатизирует, потому что очень качественно делают. Это реально прямые конкуренты. Конкурент таким брендам, как Cybex, Reomer, ничем им не уступает абсолютно. Соответственно, у вас выбор увеличивается, если вы там немцы. Вот, пожалуйста, в список еще европейца одного добавьте — MaxiCosi. Соответственно, среди универсальных кресел, я считаю, это очень достойный конкурент другим нашим прекрасным брендам и не уступающим им практически. По безопасности можете там нос к носу сравнить эту модель, там Advance FX у Reomer, например. Там небольшие расхождения есть, но они в пределах погрешности, поэтому нормально все в этой модели тоже будет. Соответственно, смело к рассмотрению я вам рекомендую. Смотреть, естественно, в мире автокресел. Где же еще? Соответственно, в обзоре вам понравилось — заказывайте день-день, на следующий день все у вас будет дома. Можете даже две модельки заказать, дома сравните, одну выберите, если у вас вдруг сомнения есть. Есть такая чудесная опция в мире автокресел. Соответственно, если обзор был полезен и интересен, ставьте мне царский жирный лайк, подписочку на канал и хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. До свидания!